Если вы ищете недорогой ноутбук, но вам просто не нравятся классические решения, то вот решение для вас. TEBAOTEC NIGA X10 – это малобюджетный ноутбук для любого бюджета, с большим дисплеем, процессором AMD, с точки зрения дизайна перед нами классический терминал, с корпусом в металл и небольшие габариты. 31,8 на 21,60 на 2,10 см на 1,8 кг. Однако в этом туре у нас есть показ IPS DA 15,6 с разрешением Full HD, 1920 на 1080 пикселей, большое и производительное решение. Другая новинка заключается в том, что по сравнению с подавляющим большинством дешевых китайских ноутбуков, на этот раз мы переходим от обычных процессоров Intel к процессорам Intel. AMD Athlon Gold 3150U, двухъядерный на 12 нм с максимальными частотами до 2.4/3.3 ГГц. Камера для видеозвонков, большая сенсорная панель со считывателем отпечатков пальцев, полноразмерная клавиатура и батарея на 38 Вч завершают картину. Очевидно, что со стороны программного обеспечения Windows 10 находит место. Скидка в описании.